Девчонки, привет! Сегодня я получила небольшую посылку, и мне бы хотелось поделиться с вами впечатлениями. Из-за чего я заказала эту посылку? Это вот такой вот карандаш для бровей, обычный коричнево-серый, в меру мягкий, в меру твердый, который, в принципе, мне очень удобен для оформления бровей. Я заказываю его уже не первый раз. В принципе, очень бюджетный такой вариант. Я его искала в качестве замены а своему любимому карандашу от MAC, которого, к сожалению, сняли с производства, и теперь возможности купить его нет. Я решила еще поискать альтернативу 217 кисти от MAC. В общем-то, вот эта кисть мне показалась довольно-таки похожей, но сейчас, конечно, уже подержав ее в руках, я вижу огромное количество недостатков в ней, но пока я еще ее не тестировала. Это номер 14, и мне первое, что сразу же не понравилось, это то, как набран у нее ворс. Она очень лохматая получилась, эта кисточка. Попробую показать вам. Вот я думаю, что вы видите вот это вот безобразие, очень лохматая. Мне еще не понравилось, что у нее здесь какой-то белый налет по всему практически был периметр. Я немножечко уже пальцем отковыряла, но буду кисточку основательно мыть, чтобы посмотреть вообще, что это такое. Если не отмоется, то, наверное, пользоваться ей я не буду. Вот. Так, ну вот эта красота просто меня впечатлила, и я не смогла устоять. Это три кейк-лайнера. Сухие подводки для глаз, которые просто, я не знаю, мне кажется, божественные оттенки, очень красивые, буду тестировать прям с огромным удовольствием. Также здесь вот такие вот красивые тенюшки, я их уже тут посвочила немножко, они достаточно пигментированные, мягкие, мелкого помола, думаю, что будут хорошо тушеваться, но я уже, когда им попользуюсь, конечно же, расскажу. Вот эта малютка, ой, это сухая подводка для бровей. Честно говоря, никогда таким продуктом не пользовалась, пока ничего не могу сказать, но мне уже нравится хотя бы то, что я могу все вот эти продукты поместить в свою магнитную палитру, и это, по-моему, очень здорово. Так, что еще? Я взяла на пробу CC Cream, и, в принципе, пока сейчас, знаете, что могу сказать? На руке я его потестила, он достаточно такой приятный, без запаха абсолютно, кстати, что меня даже удивило. И по текстуре своей он мне напомнил мой любимый крем от Avon, который такой с тональным эффектом. То есть он сам по себе белый, и в нем содержатся частички пигмента, которые уже будут подстраиваться под вашу кожу. Конечно, в аннотации к нему написано, что он даже обладает таким свойством, что может залечить какие-то микроранки на коже. Я не знаю. Я, честно говоря, не сторонник верить таким вот прям хвалебным отзывам, но ну, посмотрим, что там будет. В общем, я вам обязательно расскажу. Также я прихватила еще вот такую вот малышку. Это рассыпчатая пудра. У меня есть похожая от Shiseido, и я искала давно уже альтернативу. Посмотрим. Возможно, я буду даже пользоваться. Она очень мягкая и такой дает приятный бархатный финиш. У меня есть уже такая в оттенке 214, это 203 оттенок. Вот тот 214, конечно, абсолютно провальный цвет, потому что он какой-то желтый. Я не знаю, я пока никому не нашла, куда, господи. Цвет 214 провальный, и я посчитала, что он, в принципе, не подходит никуда, ни подо что и никому. Возможно, если я буду как-нибудь супер загорелая, то может быть, да, но сейчас нет. И последнее, что я взяла, это вот такие салфетки для контроля за выделением жира на коже. Очень хорошие штуки. Мне нравятся, тоже недорогие, по-моему, около 60 рублей стоят. Я уже третий раз их беру, и, в принципе, ну, правда, довольна. Почему беру именно эти? Ну, наверное, просто мне удобно, что я не хожу в магазин и заказываю в интернете. В последнее время я действительно редко совершаю покупки в магазинах, все чаще в сети, поэтому, конечно, это очень удобно. Вот. Ну, в общем-то, это все покупки, которые были в этой посылке. Честно говоря, ничего определенного пока сказать не могу. Минус этого карандаша, кстати, в том, что у него повреждена упаковка. Мне это, конечно, не очень нравится, такая ручка сразу неприятно шершавая стала. Ну,
Ладно, что будет, что поделать, вот что будет. В общем, как я это все потещу. В общем, как я это все протестирую, я вам обязательно расскажу и покажу уже более подробно. Вот. Ну, в общем, девчонки, спасибо за внимание. Я извиняюсь, что в таком влоговом формате просто ребенок спит и хочется что-нибудь быстренько-быстренько. Вот. Ну, я надеюсь, что вам было интересно. Всего вам хорошего, приятного дня. С вами была Юля. Пока-пока.